Героизм, самоотверженность и настойчивость. Сегодня профессиональный праздник тех, кто оперативно приходит к нам на помощь. В этом году исполняется 25 лет со дня образования службы по чрезвычайным ситуациям. Главная цель спасателей – сохранение жизни человека. В день профессионального праздника сотрудникам были вручены специальные значки и благодарственные письма. Одним из самых опасных профессий в мире является профессия пожарного. Сабит Бурашев – сотрудник противопожарной службы, где служат настоящие мужчины. Он трудится в этой отрасли уже 12 лет. За это время было достигнуто немало успехов. На сегодняшний день Сабит – обладатель награды «Менсис Хурмет», один из победителей чемпионата мира среди пожарных. Я начал интересоваться данной специальностью с детства. Считаю своей обязанностью спасать жизнь других. Поздравляю всех с праздником. В честь профессионального праздника пожарных наградил глава области Махамбет Усмухамбетов. Всех с праздником! Вы занимаете особое место в обществе, спасая жизнь других. Герои, которые находятся на грани жизни и смерти, должны иметь хорошую подготовку, спецтехнику. Поэтому в этот день глава региона вручил спасателям ключи от 8 автомашин. Сегодня в области насчитывается около 700 специалистов в сфере чрезвычайных ситуаций. В этом году им было присвоено немало наград. Сотрудники достигли больших успехов в работе. Кроме того, в этот день группа работников средств массовой информации была награждена благодарственным письмом от имени министра по чрезвычайным ситуациям. Зарки Асхат, Кызасағындықтың Нургүлі Жарылғаш Шалғасов, телеканал Атырау.